Привет. Уйди. Вот ты что, меня снимаешь, что ли? Да. Я тебя снимаю. Просто шикарен. Так я скоро буду на нем ездить. Она его уже заказала, вот она его ждет целый год на предпродаже. О, господи! Не сходи с ума. Господи, какой крутой. Это первый, 0-4. Ну, вспоминая первый раз, когда я его увидел, тоже так примерно. Думал. Обалдеть! Просто! Я в нем как влетаю, согласись. Вот как вот. Чего? Вот. В Китае? Как влетая. А, влетая. Я в нем как влетаю. Он заведен? Да, заведен. Не слышно вообще. Ну так электромобиль. Ай, хочу посмотреть, что походу. Блин, Алексюша, какой он красивый. Вау. Ага. Это называется франк по-английски, не знаю, как по-русски. Франк. Front truck. Блин, а у него же в колесах, да, этот? В колесах. Нет, в колесах багажника уже нету. Что ты тут смотришь и делаешь умное лицо и говоришь, блин. Да потому что. Смотри, да, шумки конечно, нет. Он же мой. А чего нету обшивки? А, зачем, зачем здесь же? Точно. Здесь же нет звука вообще. Ты же говорил, что под телефон нету места. Ну, как бы, ну да? Так а под если ты сюда под стаканы, подстаканники сюда кофе или воду поставишь, куда ты телефон будешь ложить? Ну, вот, вот сюда. Сюда только. Вот сюда, а, вот только. Сюда. И эта штучка, она выдвигается. Смотри. Ага. Назад. Посмотри, сколько здесь места. Здесь вообще, вот ну... мы с тобой как в маршрутке сидим сейчас. Да. Вот что это? Ну, лично мне это не нравится, но блин, думаю, что... мне нравится. Да, думаю, что есть люди, которым это понравится. Что сюда можно поставить сумку, сюда можно поставить какую-то. Не знаю, там микроволновку. Микроволновку, чайник. Ну, поставить. Когда переезжаешь, ты неправильно засунула этот. Вот так. Ну, не знаю, все, мне не нравится. Заряд пошел. Заряд пошел. Заряд пошел, поехали. Да, и вот смотри, такая вот бесполезная ниша. Маленькая. Посмотри, какая она маленькая вообще. Но зато вот сюда можно сюда положить сюда много чего. Много чего. Да. А что ты ее так далеко отодвинул? Далеко отодвинул, неудобно. Даже открывать не надо. Ну, пожалуйста. Вот так вот нормально. Да, да. Да, и подлокотник. Нет, это не топовая. Ну, я видел с обычными этими. А это камеры, да? Здесь камеры, да. Этот не топовый вариант. А можешь мне? К сожалению. У него 160 лошадиных сил по техпаспорту. А, они еще помощники стоят? Да. Они разные. Первая машина, которую я тестировал, был Ioniq 5 полноприводный. Эдик, ты представься, пожалуйста, подписчикам. Привет, друзья, я Эдик. Чем занимаешься? Механик, автомеханик. Вот, мы хотели услышать мнение механиков. Ты уже читал про эту машину? Нет, кстати, ничего не знаю. Впервые вообще, да? Вообще да, первый раз вообще, ничего, да. Ничего не знаю. Ну, что думаешь по сборке? Концепцию знаешь автомобиля? Концепция автомобиля, что как бы ты у себя дома, в зале типа отдыхаешь. Отсюда пошла ткань в некоторых местах. И вот здесь вот, как я называю, как в маршрутке. Mm. Понял, да? Ты едешь, смотри, вот так вот делаешь. Mm-hmm. И за счет колесной базы почти в 3 метра получается, что здесь... Единственное, что ручки вот... Как ты откроешь такую ручку? Ну да, это чуть-чуть сноровку надо иметь. Ага. Получается очень много места в автомобиле. Да как вы снимались? Кстати, вот руль приятный, обшивка руля приятная. Обшивка руля приятная? Чуть-чуть да. Только громче надо говорить. Обшивка руля приятная. Знаешь, это когда стекло вверх не сходит, такое ощущение, как будто робокоп идет. Помнишь? Ага. Робокоп. Да-да-да. Voice stress analyzer. One. Вот, допустим, сейчас идем в полосе. Медленно. Так, 70 километров в час. Ну, допустим, надо нам обогнать газ в пол. Да, машина хорошо ускоряется. Где-то примерно как мотор в
2 литра бензиновый, если так по ощущениям. Немного есть задумчивость, и тягу развивает не сразу. Возможно, это именно связано с то, что надо как бы сделать, чтобы мотор служил долго, а не, допустим, при резких ускорениях можно, наверное, быстро его приложить. А тут получается, настройки мотора, они мягкие, тем самым он проживет, скорее всего, дольше. Есть шумы, аэродинамические шумы. Да. Вообще у машины есть шумы. Вот сейчас сотку идем. Отпускаю газ. Хотя, может быть, это от шин. Ну, достаточно комфортно. Нет, мне кажется, от зеркал, ну, от камер. Машина комфортно, слушай, вообще. И идет хорошо. Вот сейчас он что-то показывает. То, что... Что он показывает? Как машина в слепой зоне у тебя. Еще да, какая он машина? Говорит, направо не перестраивайся. Да. Там наши типа едут, да? Genesis. Это премиум Hyundai. Так, значит, и в поисках зарядки приехали в E-Mart. Ну, или E-Mart. Или E-Mart по-русски. В общем, неважно. Небольшой магазин здесь возле нас популярный. Где-то здесь должна быть зарядка, но я ее не вижу. Сейчас будем... А, вот написано, вот, видите? Вот она, зарядка. Сейчас мы и поедем заряжаться. Ага. Так, все, хватит болтовни. Так, меня не пускают. Пропускаем трафик. Зарядка, значит, где-то здесь она находится. Здесь вот я не вижу, где-нибудь есть зарядка. Зарядка. Так, зарядка. В поисках зарядки. Хорошо, сзади вроде никого нет. Будем рассматривать, где зарядка. Где же зарядка? Ну вот. Без понятия. Ей, нашли зарядку. Так, заряжаться будем задом. Да, задом. Так, все. Так, сейчас станем зарядиться. Полный бак заряжу, наверное. Столько ждать придется, интересно. Ой, сейчас мимо. Значит, встал я на зарядку. Слава богу, здесь никого нет. Итак, зарядка. Моя первая зарядка Ioniq 5. Прям на парковке. Значит, сколько у нас здесь зарядочных станций? 1, 2, 3. В общем, 4 автомобиля можно зарядить. Итак, так же, как и нас и учили. Нажимаем на кнопочку. Открывается. Что? А, так, нужно сначала заплатить, походу. Мне дали какую-то карту, кстати. Ой, да что такое? Зачем вот это вот? Мне дали такую карту компании Hyundai, чтобы я мог оплатить. Вот этот вот номер. По этому номеру карту я сейчас могу оплатить. Сейчас посмотрим. Итак, инструкция, как заправиться. Для меня это все новое, поэтому, пожалуйста, там мне придумайте в комментариях писать всякие гадости. Вот, забиваем номер. 10100101. 100 100. К сожалению, 0 плохо нажимается. Окей. Начинаем заново. Очень плохой экран, я вам скажу. Здесь тяжело что-либо нажимать. 1, 0. 0. Опять сбилось. Замешательно. Пробуем другую зарядку. Во-первых, ни черта не видно. Извиняюсь, конечно, за выражение. Все выцвело от солнца. Этот момент, конечно, почему-то не продумали. Друзья, могу сказать, кнопка, к сожалению, здесь не работает. Я не могу ввести ни номера своего, ни номер, который мне дали Hyundai, к сожалению. А эти заправки до такой степени выцвели, что тут вообще ничего не видно, куда нажимать.
затыкано просто. Вот. И я не знаю вообще, могу ли я здесь вообще заряжаться. Здесь написано BMWi. А вот это, кажется, EV Charger, вот это, кажется, наше. Но в любом случае, не здесь зарядиться я не могу. Представляете? Вот такая вот канитель. Едем дальше искать другую. First time seeing this car? Yes. Inside. Yeah. First. Very modern and very unique design. Unique design, yeah. It's very unusual. Mm-hmm. Okay, Leo is gonna test drive this car. Mm-hmm. Oh. First time ever. Yes, this one. Look at this, all around view. Yes, all around view is amazing. Oh, there is. 이거 이름 뭐예요? 이거? HUD, head up display. Head up display. Oh, 낮에도 되네. Yeah, it's got a head up display. 안녕하세요. Hey. Everybody's asking about this car. Go this way. Okay. There isn't nobody. Okay. Empty room. Now you can go. So, 한번 가볼게요. Yeah. Yeah. One. Sport. You don't even need sports. 아, 벌써 50kg. Yeah. 벌써 50kg. Yeah. Sports. No. 다음에 sports. Normal sports. Yeah. Okay. 3, 2, 1, 0. Oh. Already 60, 70. Oh, 70. Wow. Like in 전기차 아직도 오고 있어요. So like 3 seconds to 70 almost. Yeah. Wow, 비행기 그 롤러코스터 타는 것 같아요. Лео объясняет, что когда он на электроавтомобиле Кона ездил, у него колеса прокручивали, а здесь он колеса не прокручивает, говорит, он сразу трогается с места. Наш зарядный день продолжается. О, это кажется новая. Да, она подойдет. Да, видишь, это какая-то нарисована. Да, теперь смотри. Давай, дай я попробую. Держи. Давай. А она хватит ее? Она дотянется до сюда? Вроде должна тянуться. Все, давай. Так, поехали. Так, DC. DC. Комбо. Сайон Айси. Да. Вот, забиваем. 10-10. 0-1. 0-1. Тюнгмни, да? Сейчас он думает. Карточка. Сейчас он должен вот это отпустить, да, и откроешь. Да. Сейчас он еще думает. Да. Вот это новый. Вот за счет того, что он новый, я думаю, он подойдет. Да, видишь, и тут одна эта штука. И видишь, вот показано. Да, подойдет. Смотри, вот сокет такой же, да. Угу. Вот сейчас. Вот, по картинке видим. Да. Так, что он так долго думает? Сейчас, подожди, он сам, видимо, там подзарядится. Он проверяет информацию. А, наверное, да, по номер проверяет. Номер проверяет, но очень долго. Окей. Может, сами заправим карту сейчас? Где моя карта? Где погода? Ну, так все, прошло время. О! Пожалуйста! Это что, еще минуту ждать надо? Такое. Да, давай, вставляй. Причем это быстрая зарядка. Идеально! Идеально! О, ребята! О, давай проверим, заряжается или нет. Да, пошла зарядка. Ура. Вот значок отображается, что это зарядка пошла. Пробега у нее еще.
Да, 8 тысяч пробега. Сейчас 8 тысяч пробега на этой машине. Где ты видишь? Вот зарядка, видишь? А-а-а. 11%. О. А, вот он, индикацию зарядки. Пошел. 6. А? Да, он говорит, началась зарядка. Да-да-да, вот мы видим. Смотри, смотри, как она бежит. Это вот так быстро она заряжает? Да. 42 минуты, чтобы 80% зарядить. 42 минуты ждать нам здесь? Час, 8 минут до 100%. До 100%. Но все равно час. Это не так уж долго, ну, до 100%. Ну, по сути, час это, да, нормально. Ну, вы что, издеваетесь? Час, что ли, будем стоять ждать? Ну, хотя бы минут 25-30, ладно. Ну, вот, снимайте обзоры свои. Теперь, да, можно спокойненько. Уже 40 минут. 40 минут прошло, мы ожидаем. 80% зарядилось. 80%. Все, остановилась зарядка. 40 минут ровно, зарядилось 53 киловатта. Все, зарядилось. Господи, одни блогеры тут развелись. Снимаем, нажимаем на кнопку. О! Все. Слушай, она такая тяжелая штучка. Держи. Тяжелая. Зарядились 80%. Все, поехали дальше сниматься. Ну что, Вячеслав, первые впечатления? Первые впечатления? Только сел человек за автомобиль. Пока еще непонятно. Еще непонятно. Да. Заходишь в автомобиль, некуда повесить. Смотрите, что я нашел. На монитор. Повесил и поехал. Точно не забыл, потому что, когда открываешь дверь, бац, ты видишь, что у тебя здесь маска. Кстати, если вы не заметили, то ручки дверей, нет замка, вот где закрывается дверь. Знаете почему? Как открывается? Один раз дергаешь, второй раз, и тогда дверь откроется. Один раз дергаешь, дверь не открывается. Этот автомобиль, у него просто... огромное количество плюсов, так же, как есть и недостатки. К сожалению, идеального автомобиля нет, я уже говорил, поэтому и у этого автомобиля есть недостатки. Но у него огромное количество плюсов. Давайте начнем с плюсов. Первое, это, конечно, эргономика. Здесь очень много места. Как видите, подстаканники используются как ниша тоже для разных вещей. Вот у нас очки здесь, ключи разные. Никаким образом, никак подстаканники они не используются, и тем более уж зарядка здесь нижняя вообще не используется для телефона. Всегда можно сделать темно. Это можно, темный цвет экрана, это всегда можно под себя сделать. Вот сейчас я еду, мне нужна вентиляция сидений. Что мне нужно для этого сделать? Мне нужно вырубить мою карту, нажать на кнопочку один раз. Второй раз, вот она, я нажимаю на кнопочку. Я могу промахнуться, никакой вибрации не идет. То есть, ты можешь за рулем, ты можешь промахнуться. Представляете, вот драйвер сейчас горит один. И вот мне нужно попасть вот в кнопочку, чтобы я сейчас промазал. И вот сейчас у меня пошел три. Мне три не надо, мне надо, чтобы было один. То есть, понимаете, насколько это неудобно. Компания Hyundai, пожалуйста, переделайте этот недостаток. Это очень неудобно, это небезопасно. Что касается езды. Смотрим теперь сюда. Ребят, вот... человек едет сейчас, и вы видите, как вот красные волны идут вверх и вниз. То, что идет вверх, значит, этот автомобиль потребляет энергию. Но в этом, вот сейчас идет вниз, автомобиль заряжается. Дальность хода 229 километров, сейчас у нас 63% батареи. И самое интересное, что в этом автомобиле есть функция iPedal. Это вместо лепесточков, нажимаешь на лепесточек, и автомобиль будет... автоматически сам притормаживать каждый раз, когда вы спускаете педаль газа. И таким образом он будет заряжаться. Автомобиль будет заряжаться. На автобане и присутствует такая прям уверенность, что можешь обогнать прям без проблем, не задумываясь, любой автомобиль. Да. Особенно это, на малых оборотах. Да, это прям огромный плюс. Да, я уже говорил, что этот автомобиль до 100 км в час, до 150 . Такая бешеная динамика. Впервые такое произошло, что я не заметил, как впереди меня оказался Genesis, который резко затормозил. И буквально в секундах, в сантиметрах 10, наверное, Ioniq стал, как будто он в стол просто врезался. Он просто встал как копанный. Я думал, я попал в аварию. Я думал, ДТП.
включил камеру обзора, потому что человек не выходит, я уже хотел выйти, включил камеру обзора, и между нами там был ну, я не знаю, не сосчитать по камере, буквально сантиметров, может, 15, 10, 20, я не знаю. Человек просто дальше проехал, понял, наверное, что я близко подъехал, была такая 5-секундная пауза. Что из этого я хочу сказать? Я хочу сказать, что адаптивный круиз-контроль тормозит, когда перед ним стоит препятствие, тормозит сам. И это спасло мне, можно сказать, денег вчера, потому что мне удалось избежать ДТП. Вот. Подруливание руля иногда бесит. Как тебе подруливание руля, кстати? Ну, я еще не ощутил, наверное. Да, он подруливает и иногда бесит, потому что ты не хочешь подруливания, а он иногда сам подруливает. В этом проблема небольшая, минус. Но 30, по-моему, 30 секунд, да, можно опустить руль до тех пор, пока он не начнет тебе пиликать, что нужно взяться за руль. Вот сейчас, например, Вячеслав отпускает руль, и автомобиль едет сам. Да, подруливает. Да, подруливает, то есть. Вот, поэтому помощники – это круто. Конечно же, не говорю уже про мониторинг слепых зон и камеры бокового обзора. Hangul saram, hangul cha testa heo. Chisungi. Sauce ga meu tantane yo. Brake jwayo. Brake? Oh. Cha jom mugomne. Oh. What? Всё. Cornering gwanchanayo. Что говоришь, места достаточно? Да, вот мне, допустим, нормально. Какой у тебя рост? 173. Тебе не понравилось, что крыша не открывается? Нет, мне тоже не понравилось. Я просто как-то думал, что открывается, поэтому не ожидал. Просто. Как тебе сзади сидится? Офигенно. С моим ростом вообще в классно. Офигенно. Вообще очень удобно. Подлокотничек удобно. И качество отделки такое приятное, знаешь. Я тебе скажу, вот G80, G90 я ездил. Кожа примерно вот этого вот качества. Вот она на ощупь. Угу. Здесь такая же приятная. Так, а тем временем мы здесь с водителем уже выехали на дорогу. Вот. Блин, какая динамика. Километров 100 километров уже пролетели. Нелегкая 2,2 тонны весит. 2,2 тонны? Да. Сейчас едем на стычку с Мерседесом, тоже электрик. Ребята хотят попробовать, как две машинки друг против друга, знаете ли, встанут, так сказать. Сейчас посмотрим, на что готов их Мерседес и что у них вообще там, что там за Мерседесы. Электромобильчик Мерседес. Ну, я, в принципе, знаю эту машину, я уже ее видел, EQC, кажется, называется. Я делал на нее обзор, но я не знаю, как она едет, и не знаю. А у нее, кажется, тоже 5 с чем-то разгон до 100 километров в секунду. Ну, сейчас, в общем, посмотрим. Ребят, вот он этот Мерседес, которого нужно наказать. Но, к сожалению, силы не равны. Как я говорил, у нас здесь почти в 2 раза разница. Почти в 3 раза. 400, да, было лошадиных сил? 400 лошадиных сил, по-моему, у него. Здесь 160 лошадиных сил. Конечно же, это совсем не... Как по-русски? Не конкурент и не соперник Айонику 5, но давайте просто посмотрим по ощущениям. Во-первых, хотел сказать, что в этом автомобиле, я знаю, болтаются задние ручки. Да, здесь тоже они у всех болтаются, вот-вот вылетят. Ну, давайте посмотрим быстро этот автомобиль. Что-то похожее на кожу. Да, вот, да, черт кожа его знает. Вот здесь текстура. Уже кожа, да? Здесь пошла кожа, кожа-рожа, кожаный руль. Этот автомобиль стоит порядка $60,000, да? Правильно? Да, где-то $60,000. Знаете, что мне не нравится в этом автомобиле? Нет, рулежка обалденная. Отличный автомобиль. Единственное, что его шатает и вперед, и назад. Ну вот камера, черт побери, отличная. Так, что здесь, чем мне здесь не нравится? Что мне здесь не нравится? Давайте. Разворот.
просто шикарный. Подсветка красивая. Нет, вот что-то мне здесь не нравится. Я, правда, еще не знаю, что. Сейчас. Экран. Просто качество. Вот эта ручка сзади, да, все-таки бесит меня. Вот я не знаю. Ох, ну шатает его, шатает. А что, я не туда включил? А как включается поворотка? Ну, конечно же. 105. Вайоник. Здесь попросторнее, так похоже на какой-то автомобиль. Я в предыдущих версиях Вайоника еще не ездил. Вот. Да. Нужно привыкнуть к зеркалам, действительно, смотришь в то место, где должно быть зеркало, его нет. Ох, так. Да нет, Айоник тоже. Так, все, догоняем. Ну, он тоже по-своему так классно поехал. У него не было такого сильного старта. Так, привыкаем к зеркалам. У него нет такого прям подрыва, он не рвет с места. Он плавно дает тронуться и потом плавно также набирает. Зато у нее есть проекция. Айоник тоже имеет такую мягкую подвеску. Немного он пониже, но зато он как-то попросторнее в нем, чем в Мерседесе. Большие окна. Ну все, я больше не хочу. Надоело. Да даже не интересно. Это, ну, 400 лошадиных сил против 160, но. Ну что ж, друзья, вот и все, вот и подошел к концу наш пятидневный тест-драйв автомобиля Ioniq 5. Как вы и поняли, это не идеальный автомобиль, но преимуществ у него очень много. Самое главное, это, конечно же, экономичность, это динамика, это практичность, это размеры. На любой автомобиль найдется свой покупатель, как говорится. И на этот автомобиль подойдет тем, у кого, ну, желательно есть свой частный дом. Тогда, в принципе, у вас проблем не будет. Вы привезли его домой, поставили на зарядку, на ночь, за ночь он зарядился, вы поехали дальше. Замечательно. Я во сне видел зарядку, я постоянно думал, где зарядиться. Постоянно у тебя в голове мысли, где зарядка, как зарядка, что зарядка. То есть поменялся образ моего мышления и образ моей жизни поменялся буквально за неделю. Да? Какое-то неудобство появилось, потому что постоянно нужно думать о том, где зарядиться, где искать зарядку и так далее. Всем пока, всем хорошего настроения, ребят. Если вам нужны автомобили и скорее, пожалуйста, обращайтесь, проконсультируем, поможем привезти, выкупить автомобиль. Пишите мне в WhatsApp, пишите в Telegram, следите за Telegram, там выходят иногда интересные лоты, мы стараемся находить самые лучшие для вас. Все, ребят, всем пока, будьте здоровы.